Для РКЦ «Прогресс» 2019 оказался очень удачным. Каждый пятый запуск ракеты в мире проходил при участии самарских специалистов. И все старты получились успешными. Сразу 20 сотрудников в этом году заслужили государственные и региональные награды. Среди них помощник генерального конструктора Сергей Волков. Ему вручили медаль за заслуги в освоении космоса. Признается, эту награду можно сравнить с успешным запуском ракеты. Конечной точкой – это выведение космического аппарата или разгонного блока на орбиту. Да? Тогда наши задачи, как уже наше предприятие, средства ведения уже заканчиваются, тогда можно радоваться. Но при этом успешно считается выполнение полностью миссии. Если клиент говорит, что у него все хорошо на орбите, что у него все раскрылось, все работает, тогда уже можно считать, что это да. Итоговый положительный, да, задача выполнена. Знаменательным год стал для работников культуры. Президент России Владимир Путин объявил 2019 годом театра. Актер драматического Федор Степаненко признается, получить звание заслуженный артист Самарской области приятно и волнительно. А в такой год особенно. Наше дело, и это без пафоса, наше дело делать свою работу и радовать зрителя. А когда приходит такая награда, я считаю, большая честь. Значит, наверное, я не просто выхожу 21-й год на сцену нашего всем любимого театра и радую нашего любимого зрителя. Я счастлив, это круто, это вообще супер. День вручения государственных и региональных наград совпал и с еще одним праздником – Днем спасателя. Почетное звание «Заслуженный спасатель Самарской области» теперь носит Андрей Воробьев. Сейчас он обучает молодых сотрудников, передавая свой бесценный опыт. Своих геройских подвигов во время службы он не считал. Говорит, это его обязанность. Горели общежития, горели и институты, и училища, поэтому… Но это ежедневная работа, то бишь участвовали, принимали участие, расследовали и так далее. Вручая награды, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил собравшихся и с наступающим Новым годом. Хочу сердечно поблагодарить вас за ваш труд, за вашу активную гражданскую позицию. Пусть 20-й год станет для вас всех годом добрых перемен, радостных событий, свершившихся надежд и планов. От всей души, конечно, здоровья, счастья, благополучия вам, родным, близким людям. Всего вручили 41 награду, среди которых почетный знак трудовой славы, медали за заслуги перед Отечеством, орден дружбы, почетные грамоты и благодарности президента России, а также звания заслуженных работников Самарской области в своих профессиях. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.